Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Чтобы человек сам вспомнил о вас. В сегодняшнем видео и все узнаете. У многих есть в сердце люди, связь с которыми была оборвана по разного рода причинам. Иногда это разногласия, иногда расхождение интересов, время, расстояние. Потеря контакта с определенным человеком бывает и пожелание одной из сторон. Если у вас есть кто-то, с кем вы давно не виделись, не общались, но хочется возобновить утраченную связь, обязательно сделайте ритуал, чтобы этот человек сам вспомнил о вас и первым вновь объявился в вашей жизни, позвонил или написал. Дождитесь полуночи. Лунная фаза не так важна, но считается, что лучше всего этот ритуал проводите в дни перехода, полнолуния или новолуния. Практика не проводится в случае, если второй человек самолично порвал контакт с вами. Если этот человек особенно категоричен в отношении вас, не хочет ни слышать, ни видеть, ни знать и поддерживать хоть какие-либо отношения с вами, вот в этом случае практика может только усилить разрыв между вами, потому что идет принуждение к общению, которое всегда негативно и отрицательно влияет на обе стороны. В любых других случаях практику можно проводить и не бояться какого-то отрицательного эффекта. В полночь напишите на бумажке имя человека, на которого делаете ритуал. Представьте этого человека, его внешность, голос. Попробуйте визуализировать этого человека так, будто он сейчас стоит перед вами, разговаривает с вами. Потом сожгите бумажку с его именем. Пепел поднесите к открытому окну. Сдуйте пепел, после скажите: «Разгоняйся, ветер силища, да направляйся к тому, по кому тоскую». Далее проговариваем имя человека. Нашли на него такую же тоску сердечную по мне? Здесь проговаривайте свое имя, чтобы сам о себе напомнил, да предо мной объявился. Чему быть, тому бывать, слова мои 33 замкам охранять. Истина. Говорим один раз. Такую практику нужно делать 3 суток подряд. Если сделать все правильно и верить в то, что ритуал сработает, то человек, которого вы хотите видеть, вскоре вновь появится в вашей жизни.